Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру по названию Avalon. Ладно, давайте сохранимся. Добро пожаловать в Аугайю. Никогда наша деревня процветала, взгляни на нее теперь. Мы использовали дерево маны, чтобы защитить целую страну. Но сейчас нечто могущественное вернулось в Черную крепость и отправляет деревню маны, так, распространяя порчу. Скоро сгинет вся деревня. Аугайи это не закончится. Так, ой, мышка опять вылезла. Так, у нас здесь все закрыто, там домики впереди есть. Пойдемте тогда вперед, да? Хм, какая загрузка у нас теперь? Дядя? Все в порядке? Ну, пускай будет Сид. Каэрис! Наконец-то ты вернулась. Здесь много произошло, и порча быстро распространяется. Почти половина Аугайи пропала. Нам долго... Так, надо торопиться. Дядя, мы получили серлу кристалла и лезвие Клауда в шахтах Нари. Этого должно хватить для любого зла, засевшего в Черной крепости. Засевшего. Да, и я нашла мастера меча, его зовут Шимики. Мастер меча онлайн, здравствуйте, это я. Мы готовы к походу на Черную крепость. Это хорошо, но вам нужен амулет Горна, чтобы войти в крепость. Он разделен на две части. Первая находится в священной роще. Она на юге от Аягаи. Я проходила там на прошлой неделе. Возле прохода рухнула скала. И все завалило. Тебе понадобится взрывчатка, чтобы пройти. Поговори с Гареном, лысым игроком на рынке. Игроком. Он служит офицером в армии. А Шимики, попробуй найти бомбы, чтобы мы могли попасть в священную рощу. А я пока поищу способ стать сильнее. Я ведь не могу вечно полагаться на твою защиту. Так, пойду домой и поищу что-нибудь в библиотеке отца. Он был могучим волшебником и знал много разных заклинаний. Ты ведь... Да, я поищу мужичка. Встретимся позже, иди поговори с этим Гарном о бомбах. О бомбах. Давайте я сначала с ними поговорю, может что она имеет качественно скажет. Мама тоже была сильной. Удачи. Или она... Подожди. Кто-то... Так, покинул вечеринку. Оставшийся один чувствует себя немного одиноко. Подожди, она типа... Мама тоже была сильная. Типа у нее семья погибла или что-то типа того? Тебе нужно поговорить с Гарном, он лысый игрок на рынке. Соплюхи появились. Я была искателем приключений, как и ты, а потом получила стрелу в... Некоторое время я не могла нормально сидеть. Скажем так. Я бы помогла вам, но, к сожалению, больше не могу сражаться. Это обычная пасхалка из Скайрима, когда я был искателем приключений, как и ты, но потом мне прострелили колено. Загрузка. Как мышку так спрятать? О, сундук. Фон высокого разрешения. Так много лучше, намного лучше. Ого, смотрите. Извини, но ничего не могу помочь. Я ничего не знаю о бомбах. Да и зачем тебе бомба? Здесь и так проблем хватает. Что-то у него с ушами, да? Я поражена в Аугайи 60... Так, прожила в Аугайи 60 лет, и сколько себя помню, Черная крепость всегда была заброшена. Но теперь там расцветает какой-то злом. Как и века назад. Ну, ясненько. Загрузка. Ну, значит, полетели, я думаю. Так, сначала сохранимся, а потом с... Блин, а сколько у меня денег? У меня 4 куска. Вау. Игра сохранена. Мне бы оружие улучшить. И броню бы получше купить. В последнее время появилось много тревожных слухов. Люди говорят, что даже священная роща на юге поражена. Это было такое спокойное и прекрасное место. Если все это правда, боюсь, нам больше не надо что-то надеяться. Надеяться нужно навсегда на что-то. Надеяться это на меня. Почему я зайти не могу ни в какой дом? Так, теперь у вас беспокойный ребенок. Он может бегать весь день. Постоянно бег... Так, бегать не утомляет. Я бы лучше поиграл с петардами. Теперь у вас есть игроки в карты. Готовы к игре? Подожди.
Теперь у вас есть жадный продавец. Всегда есть люди, которые наживаются на... во время кризиса. А в последнее время сложно достать припасы, тем не менее, у меня есть как качественные вещи по привлекательной цене. Купить. Так, зелье, феникс, серебряная броня, редкая карта, быстрый DVD-плеер. Скорее всего, DVD-плеер это чтобы быстрее вот эта прогрузка была. Серебряная броня, давайте броню купим. Вы купили серебряную броню, ваша защита усилена. Сколько теперь? 12. Хорошо, давайте в карты, может, сыграем. Ищешь бомбу? Я давно уставил сложный... Так, службу в армии Димаки. И у меня нет таких вещей. Тебе нужно поговорить с нашей медсестрой, это на севере отсюда. Она знает все ягайские сплетни. Так, подожди, это или ты играешь в карты? Что за навязчивая идея все взрывать? Хочешь сыграть в две пары? Я тот, кто тебе нужен. Давай. Выбирай колоду, против которой будешь играть. Если выиграет, получишь доступ к другим колодам. Так, правило. Каждый игрок начинает с 5 картами, вытянув из них колоду. Так, игроки выкладывают карты на стол, пока он не будет заполнен. Вы можете захватить карту вашего противника, если положите свою карту рядом. Так, старший и на соответствующем стороне. Игрок с большим количеством карт его цвета выиграет игру. Карты в руке также учитываются как одно очко. В случае ничьей иногда инициируется игру вы. Играет, да. Да. Легко, давай, поехали. Так, у меня плохая раздача. Ну, смотри, у меня, в принципе... Я могу тройку... Давайте... Нет. Мне кажется, лучше пятерку поставить сюда. Тут имеется, видите, очки по нижним вот этим. Посмотрим. Вот видите, он типа меня съел. Ну, я тогда съем. 7-7-7. 5-5. Вот так, и он должен съесть того. Нет? Мне похоже... Ля, что творит? Я думал, он съест ту сразу карту. Но нифига. Нифига подобного. Я проиграл. Да нормально у тебя раздача, что ты начинаешь? Я плохо поиграл. Очень плохо сыграл. Ну, он сейчас походит, да, и все, GG. А, не, ха-ха. В смысле, я проиграл. У меня... Кто последнюю карту положит, ё-моё. Давайте еще раз сыграем, я хочу выиграть. Вы, наверное, слышали жужжание. Жужжи, это значит, мне в Mortal Kombat наполнилась энергия. Давайте, ладно, тогда сделаем по-другому. Ну, могут мою карту любой съесть. Вот так. Нет, стоять. 5. Вот это жесткое, ставим ее. И это жесткое, ладно. Бьем тобою по низу. Да или нет? Давай вот так. Я так и знал, что он так сделает. Я хожу... Тобой. Сможешь их съесть? Ты просто поставилась, я понял. Ладно, сделаем так. Тебе нужно обязательно съесть хотя бы одного. I win! Easy. Надо бы еще сыграть. Теперь у вас есть игрок. Вы выиграли в две пары. А что значит? Давай, среднее. Я начну, наверное, с тебя. Пойдем в середину. Захватывать поле.
монету копить нужно по этому, да? 4-4-4. Паук. А, ну смотрите, ну у меня ж не очень таких редких карт нету, как у него. Ну я могу и просрать. Так, нужно защититься, пойти наверх. Давайте, если он сейчас карту положит, то там между этими, если смотри сразу две, то будет херово, я сразу иду отсюда. Ага. Так. 4-5. Ну одно я с тем точно. Ничем. А, я выиграл. Найс. Изи. Изи картная. Карточная игра. Все, погнали, короче, сходим, посмотрим. Долгие загрузки. Ищешь бомбы? Тебе стоит повредиться этой старой. Так, с 5-6 женщиной. Живущий возле колодца. В своем, так, подвале она хранит всякие странные вещи. Хорошо, что я только что получила новую мазь для лечения ожогов. Эй, я понял, что она может, типа, взорвать все к чертям. Блин, знаете, ну, пока я дойду... Ну, рели, тратить 5000 для того, чтобы у меня вот эта загрузка была немного быстрее, ну, как-то не очень. Считаете? Тоже так же. Ну, воды осталось вообще мало. Так, сохраниться. И побежали за бомбами. Потом мы вернемся туда наверх, и там был проход, куда можно пойти дальше. Так, нам нужно еще где-то 2 медальона найти где-то. Бомба, говоришь? Ну да, есть у меня в подвале несколько штук. Они там в войне, но уверенно до сих пор в подвале. Так. В порядке. Ну, я дам тебе их в обмен на услугу. Видишь ли, дракон так напал на деревню, оставив после себя только обожженную землю. Нам нужно избавиться от этого могучего зверя. Серьезно, на этой неделе я... Так, на этой неделе в патруле был помощник Райлан. Он сможет рассказать тебе больше подробностей о Райлан. Ты найдешь его на входе в деревню. Какой стороны деревни? Вход. С какой стороны? Тут потому что два входа есть. Там, где у нас все разрушено, и вот с этой стороны, куда я сейчас иду. Ну, по идее, вход это вот это является, так? GG. А, я теперь один. Классно. Ясно. Или ты имеешь в виду? Дракон? Не думаю, что кто-то действительно видел дракона. Но я видел следы. Большие круглые... Так. Круглые кратеры обугленной земли. Я даже говорил этому ребенку не выходить из деревни. Вечно он играет возле этих кратеров. Нельзя позволить детям играть около драконов. Тебе надо, так, повредить его матерью и... Так, ее дом сразу за домом, где живет Сид. А где у нас Сид живет? За домом. То есть ты имеешь в виду? В последнее время появилось много слухов, люди говорят, а бла-бла-бла, больше бомб. Ай, блядь, как же сложно. Или мать имеется в виду, которая лекаря. Не люблю вот это походить туда-сюда, туда-сюда. Так, ты ведь достаточно взрослый, чтобы понимать, что драконы не существуют. По-моему, его петарды слишком большие и мощные. Видимо, этот негодный мальчишка украл бомбы из подвала старушки. Скажи ему отдать его бомбы. Пусть лучше они будут у тебя. Опа. Окей. Это, знаете, то, вот это можно сказать, отсылает нас к обычным вот этим играм. Возьми, принеси, подай и снова принеси. Ну, это в основном в ММО-играх, да. Во всех ММО-играх только убийство, то количество, которое тебе говорят. Поймайте парнишку. Эй,
Да не ты мне теперь нужишь. А моя мама знает о бомбах? Тогда у меня больше большие проблемы. Хотя это было так весело, и оно того стоило. Могу я оставить себе одну? Шимки? Я разучила мощное заклинание. А ты нашел бомбы? О, бомбы. А, так, обращаться с осторожностью. Отлично, отправляемся в священную рощу, что к югу отсюда. Нельзя терять ни минуты. Погнали на юг. Так, у нас 15 минут, в принципе, сейчас. Ну, еще 15 минут есть для того, чтобы найти хотя бы одну часть амулета. Опа! А это уже трубы из Марио. Пакун. Атака. Подожди, магия. Икс-кристалл. Ну. Смотрите, она тоже довольно магию научилась юзать. И она сильнее пробивает, чем я их. Хорош, девчонка, хорош. Ни хрена себе тортила. Зумба и... черепаха еще. Давай... Мелкого. Магия, лечение. Хотя он очень много наносит. Эй, сколько ты лечишь? Уже по 19, хорошо. 15. А, он плюс еще по 2 наносит. Так, 15. 39. Короче, в районе 50 у него хп. Ну, одна черепаха. Ну да, как вы видите, в основном здесь отсылочка это... к Марио. Так, 29. 41, да, я вам говорю, у него 50 хп. Да ты надоел. Лучше грипп уничтожить. Делимся. Ну, видите, она хотя и атакует, но по всем. Но там урон такой незначительный, поэтому ее лучше в последнюю очередь убивать. А, прямо около башни. Ну ладно, это... легко. This is easy. Так, ты не можешь выйти в черную крепость без... и бег частей амулета. Класс, а где амулеты найти теперь? Грибочки. Магия, лечение. Если что, нужно не забывать, что у нас есть банки лечения. Но этих по 40 хп. Ну, а такая магия, считайте, более мощная стала у нее. Ага, все, вижу, пролетел. Сука, засидяш. Почему они, у них инария быстрее наполняется, чем у меня? Я хочу их быстрее убивать, чем они. Лечение. Глупая черепаха. Интересно, все-таки она все равно мало наносит, да? Ну хотя это посох. Плюс это магичка. Я уже через мост прошел почти. Я почти первый начал атаковать.
Ладно, я хотя бы атакую второй раз, когда не слышит. Отхилиться, отхилиться. У девчонки мало хп. Ух, пещера, пещера. Твои бычьи гриба и черепаха. Ну, черепаха, в принципе, тоже может быть из Марио. Типа, знаете, вот тот панцирь? Ее крутящийся. Так, лучше отхилиться. Типа, когда будет меня атаковать, в основном... А ну-ка, сколько там нанесешь? Ну, почти нанесла, ладно. Опа! Руины с... Посмотрите, как это все выглядит. Хо! Ни хрена себе. Ну, давайте. У вас есть выбор персонажа. Очень жаль, что вы не можете вставить монету и добавить второго игрока. Ну, и давайте за тёлку сыграем. Так, ну это ясно, к чему у нас отсылочка к Диаблу. Я думал, нам будет магия пуляться. Увы. Я серьезно думал, будет магия. Комбо-удары. Атакуйте врагов. О, нет, смотрите, она хорошая. Так, защитите от огня. Ладно, мне хотя бы хп дают. Еще шмотки. Мне бы еще карту, если дали, было классно. Хм. Смотрите, мне голду дают. Так, 2% к шансу уклонения. Блин. Не, вот это прикольно сделано. Революция, типа, что видите, дошла до того, что это вид сверху, и это RPG-игра с прогрессом именно по самому персонажу. Это охерительно сделано. Ну, у нее, видите, мощная именно вот эта комбинация. Полоска энергии, теперь вы можете ограниченные четверти так сердца. Пропади, пожалуйста. Да, здравствуй, Диабло. Я играл только в... наподобие игры Диабло. Игра называл... Ну, короче, я эту игру называю пассивкой. Там просто огромная, просто невероятно огромное древо пассивок. В основном там только пассивки, там почти активок нету. В Бокс, Пэкс, я не помню, как она, короче, называется, но, короче, в начале истории ты... появляешься у воды. Ну, это онлайн игра, понятное дело. Окружающий свет. Окружающий свет будет зависеть от... так, обстановки, в которой вы находитесь. Так, к дополнительному урону. Здрасте, доп. Урон. Бей. Слишком жесткий, давайте здесь поищем. Так, наверху что у нас в верхней части? Так, проход. Сундук. Динамическое освещение. О, да, пора поиграть в асфейверку. Thank you.
Бам-бам-бам. Чёртовы маги. Чёртовы маги. Блин, а тут знаете, чего не хватает? Карты. Была бы карта, вообще было бы шикарно. Так, ладно, мне туда нужно, я понял. Так, еще сундук. Опа! Мини-карта, а на следующий... Так, перекрёсти, поверните налево. Не знаю, мне кажется, всегда в таких играх нужно играть с дальником. Типа, в RPG виды сверху. Так, разрушитель. 300 урона к... 30% к урону, камням и стенам. Классный, классный предмет. Дух тайфуна. Так, плюс 5 к урону с так... сказочным созданием. А тут не все сказочные, что ли, создания? Звезда. Так, ладно, нам, по сути, нужно наверх идти. Но давайте мы с вами сходим вниз, ребята. Я думаю сходить вниз, потому что там был еще куда-то проход, но мы туда не пошли. У нас еще бомбы есть, блин. Ну, возвращаться по всей этой карте Марио... Я очень сильно не хочу, поэтому давайте лучше так пойдем. Да. Дальше по сюжету. Может, там дадут какое-то быстрое перемещение, либо что-то типа того. Так, отображается ли здесь как-то еще что-нибудь? Казалось, что здесь что-то есть. И есть что-то в правее. Да, они типа наносят урон, но не такой же значительный урон. Вазы не рушатся. Нереалистично. В обычных RPG, по сути, можно ломать всякие урны, ящики, потому что там может быть какой-то дроп. Но у нас пока что именно из брони такого ничего нет. Хотя нет, рукавичка. Кастет. Вот такой, мне кажется. Дроп падает. Так, наручник драка. Так, превращает владельца в дракона 12 месяцев на перезарядку. Очень полезно. О, я вижу зону с боссом. Так, кольцо удачи. Так, плюс 5 к шансу получить действительно полезный предмет. Будем ждать на этот полезный предмет. Ну, летучие мыши здесь самые слабые. Так, секретная зона, посмотрим. Хромоножка у нас карта. У нас всего 8 карт в коллекции. Так, теперь побежали обратно. Ну, в принципе, смотрите, у нас с вами в каждой серии, да, идет по боссу. Поэтому мы победим с вами этого сейчас босса и закончим, по сути, серию. Только, блин, я изначально думал назвать серию именно в честь города, да. Но потом я так смотрю, что у нас... такой поворот событий, что мы типа попали в Диабло, да? Так, сохраниться нужно, не забыться. И я думаю, назову что-то в виде, ну, короче, относящее к Диабло. Ну, блин, я не знаю, вот тут превьюшек. Хотя можно превьюшки отнести, это состояние игр. Так, массовое убийство, когда вы находитесь в состоянии из... неистовного убийства. Мультиубийство. Так. Серьга зодиака. Плюс 1 к защите ушей. Все полезнее предметы.
Мультик-убийство. А еще предметы. Ой-ой-ой. Сейчас прочтем. Мультик-убийство. Так, что мне дали? Вот это. Так, на коленке артритуса какого-то. Плюс 10 к скорости сбора предметов. Ай, блядь. Это, знаете, насколько нужно было, блядь, придумать такие предметы? Я не знаю. Ох ты ж, ё-моё. Улыбка бога. Улыбка бога. Это, знаете, типа мега килл. Ух ты, 3 новых предмета. Кстати, шлем. Сумеречный шлем. Шлем, наполненный энергией солнца, позволяет видеть в темноте. Классный предмет. Так, плащ розовая. Купон на пони. Даже не спрашивайте. Деспотический поножик гладиатором. Плюс 10 к урону против других игроков. Эти штаны также обозначены ваше достоинство. Дух приключений. Плюс 10 к чувству приключений. Так. Ботинки. Так, мне хп мало становится. Ну, спасибо. Так, охранный ангел. Так, оживляет вас с 20% жизни, когда вас убили единорог. Светоносные наплечники. Плюс к 3 к благодарству. Также великолепно для диско-вечеринок. Ботинки Вала Малодушного. Плюс 10 к тактике удара и беги, когда босс слишком сильный. Короче, передвижение скорости, да? КП восполнились. Ну, понятно, что здесь будет либо карточка, либо этот... звездочка, да. Ну, смотрите, в принципе, я смотрю, сколько весит одна серия, да, там по 30 гигабайт. В принципе, нормально вот для игры. Насколько весело. Непреклонный. Так, бриллиантовое ожерелье, блестящие брюлики. Вы станете первым гангстером, фантазийным героем. Гангстер. Я буду гангстером, народ. Мега убийство. Интересно, смогу я собрать целый комплект брони? Или нет? Ультра-убийство. Еще в эту сторону сходим. Да, здесь еще есть предметы. Гребаные пиявки. Смотрим. Кольцо повелителя парнокопытных. Плюс 17 к урону. Так, коровами никогда не знаете, что может пригодиться. Угу. Так, стоять. Подштанники невозможности. Плюс 250 к испугу противника. Теплые и комфортные. А, останки героя. Плюс 0,001 к критическому шансу.
Эх, этот критический шанс. Больше ничего, да, нету? Нету. Так, сейчас ходим, короче, с вами влево, если на нас не нападут. Зона сохранения, отлично. Мы с вами почти... Нам осталось только 4 предмета найти где-то. Надеюсь, мы их найдем, чтобы был полный комплект у нас, да? Так, медаль за отвагу. В 2 раза больше опыта, на всякий случай. Так, тихо. Защита от солнца для нежити. Так, нежить теперь будет получать солнечные ожоги, так же, как и в обычные люди. Так, набор разминирования ползунов позволяет, так, предотвратить взрывы ползунов, если вы достаточно быстрые. Так, ну у нас, в принципе, весь комплект собран. Давайте смотреть, к чему нас что ссылает. Скорее всего, ну я не уверен, это может быть... Солнце позволяет видеть в темноте. Я не знаю даже... А, у нас еще есть целая ячейка, блин. Вот этот значок ожерелья Орла. Это может быть к отсылочке к Зельде, но это не точно. Энергия. Ну, Ганстер, это понятно. Медаль за отвагу. Это есть такая серия игр. Защитная от солнца для нежити. Это у нас игра Darksiders. У нас такая энергия, типа ярость, знаете, бывает накапливается. Но это, кажется, мне все знают. Это у нас Майнкрафт. А именно этот Крипер. Да? Да. Ой, а чё, мне туда нельзя попасть, ё-моё. Так, а что, угу, тогда это, бегом сохранимся. Блин, а по хп, да, я приседаю. И мне не хватает еще одного предмета. Жаль. Жаль, если мне его не дадут. Типа, вдруг там тоже была отсылка, типа, смотрите, там... Ну, это в районе у нас пояса, значит, там, пояс, прикиньте, там... Не знаю, рестлера, либо типа того что-то. Ну, если в районе тела, понятно. Пояс, а что может быть там, ремень? В принципе, пояс и ремень, все. Ну, я понимаю, что сейчас будет. Опа, похоже, вы на... были открыты. Это, повелитель призраков не осталось. Так, остановить меня. Скорее он будет по... так, править миром, и я стану его по... Так, этот раз сила кристалла тебя не спасет. Готовься к смерти. Ай-яй-яй, слышь? Не-не-не, а ты меня достаешь, да, там? Ну чё? Тихо. Правило, бей-беги. Всё, я его убил. Музыка такая. Ну, теперь у вас есть где-то что-то так произошло. Может быть, уверены, это последний раз. Окей, я буду уверен в этом. Блин, ну я все равно не нашел последний предмет. Ёлки-палки, ребят. Ну, сто пудов разработчики же вас тоже создали. Ну, я не буду, блин, идти туда, потому что это очень долго. Это... Так, а вот это выглядит, скорее всего... Ну, понятное дело, я много фильмов, всяких сериалов, что еще только не смотрел. Мультфильмы, сериалы, игры... Это может быть что угодно, но... А, просто... Может, это просто врата, может, и... Мне уже просто кажется. Это может быть врата этих. Звездные врата. Вторая половина амулета. Одна из 2 частей амулета. Хорошо. А что у нас здесь? Жалко, что не нашел последний предмет. Теперь у вас есть портал в город. Кто же, кажется, снова... Такой длинный путь.
Да, эта игра у нас пассивка есть такая. Хотя в Диабло тоже у нас портал. Деревня Яугай. Ну, сюда у нас все пропадало. Это было неудивительно. Золото 14 тысяч. Давайте я куплю загрузку. Смотрите, а монетки-то сохранились из Диабло. Купить. Быстро. Так, DVD-шка. Так, прощайте, долгая загрузка CD. Пощады не будет. А, видите, все, да, просто эта подзагрузка пропала. Потратить просто 10, даже 5 тысяч просто никуда. Ладно, я думаю, в принципе, на это можно заканчивать. Я думаю, второй же медальон тоже здесь, да, находится в этой части карты. Поэтому давайте, я думаю, на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.